У нас очень много национальностей, и здесь представлены только небольшая часть. И тогда, когда более теплый период времени, они выставляются на улице, и тут можно ходить часами и смотреть. А здесь это только небольшая часть, это во-первых. Во-вторых, представители разных национальностей, они разные по численности, разные по возможностям. Но все, что их объединяет, это то, что они хотят сохранить свою национальную принадлежность, хотят сохранить свою культуру, традиции. И даже те, может быть, небольшие поделки, небольшие традиции, которые они сохраняют, они очень большое значение имеют и для них, и для окружающих людей национальностей. Поэтому я думаю, что среди них какой-то конкурс или соревнование устраивать не нужно. Это выражение своей национальной души. И это мы обязательно поддерживаем. И думаю, что они это дело понимают. И, может быть, сегодня они пришли с небольшой выставкой, а через год, два, три они придут к нам уже с гораздо более широким представлением своей культуры, своих поделок.